А вы знаете, что никогда не стоит забывать? Когда вы встречаете в высшей степени открытого, доброго и расположенного к общению человека, никогда не забывайте, что у таких людей есть обратная сторона, теневая сторона, причем не менее сильная, чем их добрая и светлая. Просто эти люди осознанно выбирают стоять на светлой стороне, потому что, проходя через различные жизненные кризисы, сложные ситуации, переломы, перевалы, теряя людей, встречая людей, они пришли к этой точке. Они осознанно выбирают быть добрыми, открытыми и расположенными к общению. У таких людей очень высокий уровень самоконтроля. И одна из их сильных сторон – это контроль над слабостями. И помните, их обратная теневая сторона никуда не исчезла. Она не умерла. Она просто спит. И поэтому никогда не нужно по-потребительски относиться к доброте, открытости и расположенности, потому что это может вам очень дорого обойтись. Такие люди могут вам сделать очень больно, и поэтому не надо будить в них зверя. У таких людей всегда есть преимущество перед теми, кто выбрал стоять на плохой стороне, потому что тот, кто стоит на плохой стороне, он видит только одну сторону, плохую, а тот, кто выбирает стоять на светлой стороне, это его осознанный выбор. Он прекрасно знает правила игры обоих сторон, в отличие от тех людей, про троллей я сейчас говорю, которые выбрали свою плохую сторону, они не умеют по-другому. Поэтому они всегда будут в проигрыше, даже если у них будет иллюзия того, что я ее сделал. И знаете, в чем еще интересный парадокс? Что человек с темной стороны может перейти на светлую сторону, но никогда не происходит обратного. Если человек уже однажды попал на светлую сторону, он никогда не вернется обратно. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Я люблю с вами дискутировать.